Сколько людей за 25 лет прошло через кузницу ТВН, подсчитать сложно. Талантливые, уверенные, самодостаточные, разные. Для многих из них наша телекомпания стала отличным трамплином для дальнейшей карьеры в средствах массовой информации. Светлана Сотникова, более известная магнитогорцем как Майкова, долгое время была ведущей эфира в службе информации «Авторадио». Бывших ТВНщиков можно видеть в эфире федеральных каналов. Например, на «Звезде» работает журналистом и ведущим магнитогорец Денис Качаров. Многие бывшие корреспонденты вышли за пределы исключительно новостной повестки. Например, Лариса Ситникова сейчас является автором и сценаристом документальных фильмов. Марина Дайновец, которая в нашей телекомпании доросла до должности заместителя директора, в столице была редактором одного из продюсерских центров, а также сценаристом. Вообще, благодаря базе и опыту, полученному в нашей телекомпании, большое количество вчерашних журналистов стали продюсерами. Анна Терехина в столице успела сменить множество ТВ-специальностей. Редактор, сценарист, корреспондент, а сейчас она исполнительный продюсер ТНТ-4. Вчерашний молокосос Тимур Хабатуллин ныне продюсер спецпроектов на телеканале «Россия-24». Он занимается темами культуры и искусства. Работал на нескольких крупных международных фестивалях и форумах. Совместно с ведущими музеями и коллективами страны продвигает русское искусство. А его коллега по магнитогорскому молодежному цеху Татьяна Сорокина сейчас исполнительный продюсер музыкального лейбла «Respect Production». Он причастен к успеху Касты, Макса Коржа, Влади, Кравца, Смоки Мо. Впрочем, далеко не все отправились покорять столицу и другие большие города. Немало и тех, кто остался работать здесь, в Магнитогорске. Они нашли, как применить талант в родном городе. Олег Фролов, Евгений Наумов, Елена Брызгалина, Дмитрий Меркулов. Вы знаете эти лица, в том числе благодаря телекомпании ТВН.